Всех витаю, дорогие мои друзья. Начнем красоты. Сегодня чудо-день. А вот выходишь с нашего подъезда, и сразу начинается вот такая красота. Цветы распустились, а есть бутончика. Смотрите, два дерева у нас растут. Вот подъезд, а вот дерево цветущее, посмотрите. А запах какой стоит! Вау! Вау! И я в красоте. Красота в красоте. О, и здесь еще тоже цветут, но тут беленькие, обычные, простенькие. Кажется, дождь собирается. Мы с Тамарой вышли погулять. Тамара пошла в магазин, а я увидела в магазине вот такой вот гейзеровую кофеварку. Каких только не было, теперь попробую еще гейзеровую. Света, сытник, меня угощал. Вроде бы ничего, вкусненький. Попробуем еще. Вкусно или невкусно? Как цветет? Сейчас, как пойдет дождь, всю эту красоту смоет. Поэтому хочу запечатлеть для вас эту красоту. Каких только у нас кофеварок не было. Уже и турок, и ручной работы турка, и в магазине покупала. Не подходит никакая. Вот машину вниз там поставили. Дуванчики цветут. Это рынок передо мной и церковь с правой стороны. Бегу, бегу. Ты же открыла вроде дверь, да? Там от... Добрый день. Ой, стоп. 100 лет, 100 зим. Да, боже. Загоревший. Да. Рабочий человек пришел. Ага, смотри, с какими торбами. Представляете, голодные мы не будем. Спасает, он Лёня нас спасает. Продукты везет. Едет села и продукты везет. Нормально. Проходите, проходите. Ого, Лукас, да. Нас все спасают, думаю, что мы с голода тут умираем. Лёня, бачишь, чем не питаемся, Лёня? Гля. А, ну, конечно. Я мясо не привез, так что попробуйте. Более как понравится. На мясо у нас Лёня еще картошки хотел. Мы говорим, не-не-не, Лёня, картошку нам не надо. Сейчас я поближе там покажу. О, вы что там? Весь этот нам... Арбузы. О, это будем есть, арбузы. Вы нам весь погреб, что ли, привезли? Да маленькую часть, да? Сквасоли. А, это сквасоли что-то. Да, это перец. Вот этот перец я очень люблю. Мы так быстро в прошлый раз ели. Перец болгарский тут закрыт. Да, Лёня, с тебя рецепт. Лёня сало все делает. Угу. А это что, Лёня? Ну попробуйте. А что это такое? Ну, дай. Огурцы сразу. Салат. А, салат такой, да? Нормально, мы кушали. Ой, ну спасибо. Сейчас я сразу банки, наверное. Садись, Лёнь, давай это. Нет. Вон еще фасоль. А, компоты есть. Фасоль. Это тоже перчик, да? Ага, Тамара любит перчик, а Лёня больше перчика привез. Так, что-то вы вообще к нам не заезжайте, если не продукты не приехали. Из чего это? Стыквы. Стыквы, да? Ну, это сладкое. Это сладкое? Да, ага, сладкое. А это что? Что такое? Помидоры в соусном соусе. А что тут такой помидор? Вот это же. Ну, там разные фильмы. Ой, попробуй. У меня аж слюньки потекли. Проходите, присаживайтесь, чем стоите? Там я машину плохо поставил. Кто скучал по Лёне? В Канев ездим, Лёня? На рыбалку? Ну, ну Валеры же нет, и я не знаю, когда он будет. Так, поехали. На рыбалку? Ну, на рыбалку будете ходить? Чего? А Валера не собирается? Да Валера-то очень хочет. Ну как он приедет? Да. С Аллы уже и по Алле соскучились, и по вам соскучились. Когда вы уже приедете? Алла на работе? Нет, сегодня она дома. Сегодня дома? Она дома? Сменила.
5 дней работаю. А, вот еще. День дома, а завтра снова на работу. Много лука у вас, да? Зеленого. Ну, это, ну, он еще так, не сильно большой, похоже, что вот тут. Боже мой. Это хорошо салат, знаете, какой мы делаем? Это лук и, лук и яйца вареные. А. И тогда оно очень вкусно получается. А еще колбасы добавили? Со сметанкой, да? А еще и картошку. Еще и картошку. Да, на огороде. Все, картошку посадили уже? Да, я все разрубил. Ну, только осталось баштан, помидоры, огурцы. Ага. А вы под трактор садили картошку или так, вручную? Нет, под мотобло. А, под мотобло. Еще налить вам? Нет, можно вот ложечку. Ложечки там. Угу. Ну, Леня загорел, да. Так сколько вы были в селе? Четверга. Четверга? Тамара, тебе поможет? Что там, банки? Вот это тоже что-то. Такой вот этот салат, надо попробовать с огурцом. Нет, это со свежим огурцом, да? Нет, это с прошлого. С прошлого. Нет, я имею в виду прошлый свежий огурец, вот так вот. Как, нет, я вообще не знаю, как он там. Мы едем с этого в село. Ага. А интернет отключаем и смотрим, что пойдет. Ну когда вообще нет. О, есть то, давай то, Лера. Давай то, давай то. Да, да, да. Ну ваш перец, конечно, не превзойден. Но надо, чтобы вы дали рецепт. Да, это что-то нечто. Конечно. Я его и купы, и так люблю. Угу. Тамара обожает этот перец. Да. А вот помидоры хочется мне, прямо аж слюнки потекли. Надо банка грязная. Она это надо открыть. Сил у меня не хватило открыть. Сейчас Леня привез, Леня и откроет. Спасибо. Может надо кипятком? О, Леня открыл, смотри. Просто Леня. У меня сразу же помидорчи. Съели сразу. Какой классный. Я язык проглотила. Ну да. Надо что-то с собой. Еще. Помидор не могу оторваться, а там он... С яблоками, да. Сюда. Это тыква с яблоками. А какое вкусное вообще. Даже не тыква вообще не чувствуется. Будем сейчас. Апельсин тут есть? Кофе, чай. Я не знаю. Мне кажется, есть. Наверное, есть апельсин. Потому что тыквой не пахнет, а пахнет апельсином. Или апельсином из... Тыква, не, там тыква, яблоко, ну там по-разному. Может здесь апельсины, тыква, но желтая это тыква. Да, 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 да. А вот это белое что ли? А, это яблоко. Вкусно. Десерт такой. Надо добавлять. Очень вкусно. Таня и Вася с Галей привезли, и Танины яйца тоже раздаем. Тамара, одевайся, пошли.